Внимание! Говорит Москва! Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Южная Осетия присоединилась к акции «Минута молчания» в День памяти и скорби, который ежегодно отмечается 22 июня. Траурный митинг, приуроченный к 81-й годовщине нападения фашистской Германии на Советский Союз, состоялся на Аллее Славы. Мероприятие, ставшее уже традиционным, началось одновременно по всей стране в 12:15, время, когда официально была объявлена война. Всероссийская акция «Минута молчания», в которой участвует Южная Осетия, это наша с вами дань памяти подвигам наших земляков, защитникам Родины. В 12:15 по московскому времени одновременно по всей России, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровью объявляется минута молчания, минута скорби. По всей стране в 12:15 на одну минуту жизнь приостанавливается. Все, кому дорога память о предках, отстоявших право на жизнь в годы Великой Отечественной войны, в рамках митинга почтили память погибших всероссийской минутой молчания. Слушайте Москву. Минута молчания. Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины. Президент Алан Гаглоев возложил цветы и венки к мемориалу Вечного огня. В очередную годовщину начала одной из самых страшных и кровопролитных войн в истории человечества были зажжены свечи в рамках акции «Свеча памяти». Пускай огонь свечи как символ веры горит о тех, кто предан был без меры, кто голову сложил за мир земной, зажжем свечу за вечную. Марианна Чочиева, Аида Кочиева, Рауль Кочиев, Вера Цхавребова. Информационный выпуск сегодня.